доклад представит Пашков Николай Николаевич, тема доклада «Математическая модель тягового линейного асинхронного электрогрида». Я, к сожалению, не вижу здесь коллег из Китая. Они вчера заявили очень интересные цифры, больше 3000 квадратных сверхскоростных, высокоскоростных поездов ездили. А техническим сторонам я вообще никак не рассказываю. Вот здесь как раз на плакате тот асинхронный ядерный двигатель, который использует высокоскоростные поезда. Поперечная стабилизация осуществляет отпускную светодиодную поверхность. Этим все сказано. Естественно, поверхность катания колеса опирается на рельс, зазор воздушно стабильный, более-менее стабильный, поперечная колебания 2-3 мм, не более. И вот в этих условиях получена вот схема того привода, который используется для управления инструктурной схемы, да? Этим пятым асинхронным линейным двигателем его права, его характеристики. Обычно, правда, повернутые наоборот, скорость по оси, момент или сила по оси ординат. Это стандартные характеристики обычного асинхронного двигателя. Кто занимается асинхронным двигателем? Но вот здесь это же было пунктировано, если не учитывать насыщение, падает магнитная индукция, с ростом тока насыщается и поэтому уменьшается. А вот здесь авторы этой публикации 2012 год журнала отметили следующее. Общее требование пятого приводного синхронного, ну вы знаете, у нас по России бегают электровозы, пятого синхронного двигателя. Ну, сегодня Сенат занимается производством таких электровозов и так далее. Вот такой, извините, стандартные характеристики, которые предъявляются к тягу двигателя, то есть управление с постоянным моментом и управление со слабым потоком. Да? Вот это обычное требование для тяговых асинхронных приводов. Система управления строится, системе координат, вращающаяся синхронно с полем или перемещающаяся с синхронным полем. Ее нужно потом преобразовывать в трехфазную систему координат. Ну, вот если при простейшем управлении в фазе АПЦ, а показано, какие будут индукции поля по воздушному дозору. Это вот общее требование. А при росте скорости нужно снижать поток по двум причинам. Если не учитывать нарастающие квадратичные последовательности силы сопротивления движения, то необходима мощность или момент силы, которая требуется для расстояния, они снижаются. Это трогание силы значительно больше, там требуется обеспечить постоянное стояние. Поэтому управление моментом должно быть очень высококачественным. Следующая модель в этих из отечественных публикаций, которые мотивированы в отложенных найдено наилучшее сочетание между, скажем, при стандартном воздушном зазоре, какие наиболее лучшие соотношения между параметрами двигателя. Вот, например, пистолетный, плоский, цельный машин, стрелечный. Ну, 4 мм – это маловато, да, воздушный зазор для тех, сегодня, совсем недавно, в 2013 году вышла хорошая монография, обзор
фабрики. Здесь два подхода образуем. Один, когда используется верхняя топливочка, это когда используется реактивная шина, то верхняя проводящая слой. Ну, это как и нижний с индуктором, как оборудование дистатора. Они похожи, показаны, какие требования, какие условия, как скорость определяется или нет. Мы посмотрели картиночку, как образуется встречная магнитная поля, это реактивная шина. Это главный вывод из вот этой картиночки, что магнитное поле в реактивной шине всегда стоит под полем статора, который ветер там стоит и так далее. Оно не смещается относительно поля, которое возбуждает только его того. Ну, еще при постоянных магнитах, тормозная сила, скорость, которая вырастает, вот эта вот модель, она один в один подходит для моделирования рестритовых катушек, когда движется движной состав, вести там стабилизируется. Да, есть вот эта картинка справа, она показывает, как они перераспределяются в зависимости от скорости. Понятно, что чем меньше скорость, тем выше тормозная сила. И если внимательно посмотреть на тормозные силы, которые возникают на постоянных магнитах по рестритовых катушек, то она тоже выполняет очень сильно характеристику синхронного моделирования. Ну, секундочку еще. Здесь, значит, будет промоделировать. Здесь аналитический подход. И вот один из выводов, что существуют все составляющие силы, которые действуют на привод и плоскости и снизу, плоскости и снизу, и плоскости и снизу. Это все величины разные, чуть ниже есть. Ну вот здесь как раз прояснилось, что вертикальное перемещение экипажа на магнитном подъемнике, оно вообще говоря стабилизируется с помощью рестритовых катушек. Ну, действие на равных и так далее. Это вот известное уже сегодня, хорошо подтвержденное эксплуатацией. Что ну, один из таких дискуссионных выводов, которые хотел бы целесообразно предъявлять требования к каждому линейному асинхронному приводу задачи требования стабилизации горизонтальной и вертикальной. То есть нужно разделить все движения, и каждый должен заниматься своим делом. То есть если подвес должен заниматься подвесом, мы управляем, очень хорошо нас убедили коллеги, что можно управлять гравитационным зазором, то, что ну, боковая стабилизация, в количественном отношении, к сожалению, я не нашел данной литературы, но надо надеяться, что и там наверняка будет достаточно силы, которые есть в этой системе стабилизации. И тогда задача, возлагаемая на тяговые линии асинхронные двигатели, резко упрощается. Ну, вот здесь как раз уже обсуждается вопрос неизменения зазора, как изменяются силы тяги и так далее. Ну, диапазон достаточно большой, индукторная магнитка, либо реактивная шина во вторичном элементе, множество вариантов. Причем с учетом значит, пространственных перемещений подвижного состава, все силы присутствуют, анализ может быть сегодня очень мощного степени средства позволяет их количественно определить. Хотя очевидно, что если стабилизация подвеса будет достаточно точная или качественная, точнее сказать, и будет стабилизация боковая, требования к синхронному тяговому практически не сильно изменятся. Это стандартно. Мы даже не Египте проверяли, тоже пытаясь создать тяговое время. Один из выводов, что силы тяги обратно пропорционально зависят от величины воздушного зазора. Знаменатель там правой стороны, указывая на то, как используется, показать. H стоит величина воздушного зазора, она влияет на силы тяги. Характеристика, которая была сформулирована, наконец, в этом году вышла очень хорошая
Москве, да, вот этот пропуск указан, как изменяются порядки, лучше не зацепить линейные способы. Для того, чтобы проанализировать на поле, они аналитически решили распределение вот этих полей. Вот то, что нужно во всех плоскостях. Ну вот, по поводу вертикальной плоскости ПЛЗ, можно смотреть на вот такой, и здесь вот плоскости ZX и плоскости ZY. Мы видим стандартное распределение, которое должно быть проектировано, учитываться изменением расчетной длины группы и изменением расчетной ширины группы на реактивной ширине и на будущей группе. То есть вот, буквально видно аналитические соотношения. Но если дополнить эти аналитические зависимости расчетов, моделированных, 3D-моделированных компонент, то мало что изменится. Ну и в результате вот появляется такая структура итоговая, которая говорит о том, что самая качественная, напрямую приспособленная для каждого задач, вот, где вы смотрите, как поле формируется, постоянный магнитный поток, и потом остальные магнитные потоки, которые реализуются, характеристика, которую вы в самом начале это естественная характеристика режима влияния тяжести, синхронные двигатели, ну и собственно задача, которая предъявляет использование применения синхронных следующая. Нужно с очень высокой точностью мерить скорость перемещения собственно самого экипажа, потому что скорость перемещения, линейная скорость перемещения магнитного поля, она создается с управлением системы управления, то есть собственно и мерить это она неизвестна. И величина воздушного зазора тоже должна быть очень точно измеряться, чтобы корректировать этот пятый момент. А вообще эта структура стандартная. Это ориентирование по полю золотого века, по полю воздушного зазора. Она известна уже много лет. Могу добавить, это последний слайд, могу добавить, что в 1986 году мы были созданы активной системой управления, а специально положение оборудования, асинхронными двигателями. Вот это смысл. Схема – это открыт. Хотя бы кто на это будет сразу. Понятно, да? То есть главный лучший двигатель для движенного состава на магнитном колесе все-таки должен являться главным примером пятого двигателя. Он чуть-чуть проигрывает буквально два несколько процентов. Но его надежность и стоимость создания не соизмерима с стоимостью создания синхронного эффекта. Я знаю, в этом послании есть яростные сторонники создания синхронного эффекта, но постоянно их момент. Я бы приступал к этому. Я буду отстаивать свою посвященную, что асинхронный эффект для задач, особенно в эксплуатации, он переходит все преимущества синхронного. Спасибо. Николай Николаевич. Ну, а вы планируете, как говорится, в деталях вот эти расчеты, модели проверить? Ну, в 84 году я промоделировал пятого двигателя синхронного. При неподвижном лаборатории мне удалось создавать 4 момента номинально, двигатель не перегревался. То есть он держал асинхронный двигатель, держал 4 момента. А с тех пор, Анатолий Александрович, ну что я один вопрос? Я вас приглашаю. Если вообще было бы здорово. Напишите, пожалуйста. Напишите. 60-х годах Минатуров создавал асинхронные диагоны, модели писали. Есть предложение. Значит, вот наши коллеги из НИФА, мне что, они, скажем, размышляют, когда проверяют, то вместо по-другому они это признают, публикуют и так далее. Все-таки практика это
продемонстрируем. Мы продемонстрируем сами себе. Договорились, значит, вы пишете последовательно, что вы должны сделать. Наше дело купить материалы, заплатить за план. Договорились. Есть добро. Спасибо. Спасибо. И второе, Николай Николаевич, в вашей математической модели учитываются продольные и поперечные краевые вилки. Если учитывали продольные вилки, то какое минимальное число полюсов для статорной обводки вы предполагаете? Это один из вопросов. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, при каких частотах во вторичной структуре в роторе рассматривался эффект поверхностное вытеснение тока? Какие вы предполагали математические частоты? И учитывалось ли это поверхностное эффект? И третий вопрос. Специфика питающего напряжения. Чистая синусоида или то, что чаще рекомендуется от полупроводниковых преобразователей, где будет и тесто, обширные высшие гармоничные. Вопросов очень много, я вам уже давайте я это понял. Во-первых, высшие гармоники при больших воздушных зазорах очень слабо влияют вообще на поведение направлений 5. Это первое. По поперечным направлениям электрофизического падает почти линейно, да, какой-то выходит за пределы индуктора. Видите, да? Ну вот 0,5 это около ширины, и там, да, такой вот отходит троян. Краевой эффект, человек уже научился, защитную конструкцию, уже увидели. Сегодня даже по частотам пропейском уже приобрели индуктора. По схемам замещения и так далее, то есть это не проблема. А вот вопрос по поводу вытеснения поля, шины там или величие клетки. Диапазон изменения плотности тока известен. Можно строить систему управления на усредненные характеристики и компенсировать управлением либо увеличения потока, либо уменьшения в системе управления. С помощью самого двигателя конструкции заниматься вот, парированием вот, всех возмущений. Я считаю, что не целесообразно. То есть должен быть стандартно хорошо рассчитан с учетом краевых